100% будешь в шоке, ведь я хочу тебе подарить данный нож ценой 12 тысяч рублей. И для того, чтобы ты выиграл его, тебе надо подписаться на канал, поставить лайк и написать комментарий от 5 слов. Также зайти в Telegram по ссылке в описании и нажать кнопку «Участвовать». Результаты будут, когда на канале будет 125 тысяч подписчиков. Желаю тебе удачи. 323 тысячи рублей балласт на джиджитропе. И мы продолжаем нашу рубрику. И сегодня последняя часть, когда я вместе с тобой буду проверять самые дорогие кейсы на этом сайте. И я уже все подготовил. Это VIP Colors, это All-in кейсы и это премиум кейсы. Самый большой спектр кейсов, самыми большими, но можно сказать и дорогими кейсами, которые только доступны. Поэтому будем открывать, наверное, все-таки с премиума, а потом пойдем как пойдем. Закаленная в боях. Я хочу открыть примерно сейчас на 10 раз, чтобы понять, насколько далеко мы можем зайти. 50 тысяч рублей за 5 открытий. Цель сегодня 1000, ну не 1000, а давайте сделаем цель 1 миллион, ну хотел сказать в баксах, ну блин, лучше сказать в рублях. И посмотрим, докуда мы сможем вообще дойти. Кстати, неплохо, 52 тысячи рублей на старте, обалдеть. А ну-ка давай еще раз. Если сейчас окупает, шедевр, хорошо, но шедевр стоит 9 тысяч, это очень мало, господа. Ладно, хотя... Выпадает золотая спираль за 38 077, круто. Так, обязательно поставьте лайкосик, если будете играть, используйте самый рабочий и самый окупаемый промокод PREDTORGG. Дает плюс 11% на абсолютно любую сумму. Любая сумма, которую ты бы не закинул, например, если ты закидываешь 10 тысяч, ты получаешь 1100 совершенно бесплатно на баланс. Но если ты закидываешь 1000, получаешь 110 рублей. Любая сумма умножается, поэтому обязательно залетай, обязательно играй. Не забывай про барабан бонусов, потому что если ты возьмешь этот кодик, он будет в описании. И ведешь барабан бонусов, прокрутишь совершенно бесплатно, получишь скидку на кейс, например. А можно, пожалуйста, 15%? Это было бы супер замечательно, но даже если упадет... Блин, почему я прошу 15, когда тут максимум 10? Вот я что, тупой? Наверное, да. Ну да ладно, поехали в премиум. 10% скидка при условии, что мы открываем сувенирный за 100 тысяч, а он стоит 90. Блин, ну фарш на самом деле, просто с одного открытия на ровном месте мы сэкономили, ну, очень много. Так, подожди, если одно открытие стоит, он со скидкой откроется, 449 тысяч, за 4 359, блин, ну маленько не хватает, вот чуть-чуть бы еще скидочкой, было бы супер. Кстати, подожди, ну вот 179 тысяч, давай хотя бы на 2 тогда попробуем, потому что если сейчас окупит, сюда, вау, 282 тысячи рублей, какой же фарш. Подожди. Так, ну чё, попробуем на 4? Хотя я не уверен. Керамбит легенды. Один из самых красивых керамбитов, которые только есть. Лор — это самые красивые ножи, которые только есть. Давай на 4. Просто сразу сходу посмотрим. Сколько плохо, 72 плохо, зато пустынная 200. Блин. Ёлки-палки, 143 тысячи. И потом еще выпадает изумрудный дракон. Ну супер слабо. 316 тысяч, 370. Ну ладно, давай попробуем прямо с завода. На 4, на 5 не можем. Вот жалко, что на 5 не можем. Давай хотя бы на 4. 319 тысяч, 320 тысяч. И пошла возня. Смотри. Все или ничего? 69. Отлично, 65. Ой, как же слабо. Блин, я забыл, что они настолько дешевые. Бро, а ты не забыл лайк поставить? Пожалуйста, поддержи этот ролик. Я очень старался. Ведь для тебя это всего лишь одна кнопка. Спасибо тебе огромное. Эти штыки-ножи, блин, байонеты прям реально. Ну, в любом случае, мы выбили легенды. За 85 это уже хорошо, 319. Хотя бы что-то. Переходим на немного поношенный. Вот его как раз-таки мы можем открыть уже на 5 раз. Чтобы вы понимали, абсурд. Я помню, открывал его где-то около 2 недель назад. Мне 5 спинов выпало. Это я бесплатно прокрутил кейс 5 раз. Просто вдумайся. Кокоть. Ахикабара. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Ну, симпла 155. Это имба. Это, кстати, нереальный окуп. Я бы даже, наверное... Нет, градик я бы, наверное, не забрал бы скелетный, потому что в нем смысла никакого нету. Но, допустим, поверхность закалка и все эти, то да, в принципе, можно. 400 тысяч вернули. Блин, очень сильно охота открыть поношенный, но понимаю, что, скорее всего, будет слив. Один из самых неокупаемых кейсов конкретно для меня. Открываю. Пожалуйста, просто окупи. Потому что сейчас у меня жопа сгорит. 26, хорошо. 18.
15, хорошо. Пока идем нормально, ну понятно. 5000, понятно. Спасибо. Просто два говна скина за 5000 и за 6000. При условии, что мы вроде бы-то пошли нормально. И почему я сказал, что он не окупает, и я не хочу в него заходить? Потому что у нас было 400 тысяч, и я хотел открыть сувенирку на 4 раза. Теперь не знаю, что делать. Но, давай откроем на 3. Если окупит, получится открыть на 4. Пожалуйста, GG. Очень прошу. 88, 72 и супер слабо. 190. Хорошо, давай попробуем открыть на 2. Может быть, окупит, может быть, нет. Хотя бы надо, чтобы 1300 было. Бабочка, неплохо. Но в сумме 162 тысячи. Как будто бы слабовато. Не знаю. Как будто сейчас у нас только что было 400. И это все превратилось в 200. Вау, а вот это хорошо. 327 тысяч. Давай сделаем так. 30 тысяч рублей. Что мы можем открыть? Мы можем открыть 3 закаленных в боях прямо сейчас. Первое. Хорошо. Отлично. Нормально. И еще хорошо. 35 тысяч мы даже на 4 сможем открыть. Полетели. Мужики, обязательно поставьте лайк прямо сейчас и подпишитесь. Потому что сейчас давайте договоримся. Вот то, что у меня на балансе 37 тысяч, мы оставляем. А 2 крутых скина просто берем и выводим. И если ты будешь играть, используй обязательно промокод PREDTORGG. Самый рабочий и самый окупаемый промокод.